Сейчас иду собирать яйца. Курицы пока несутся кто где. Здесь 2 яйца. Снеслось 2 курицы в летнем курятнике. Сейчас пойду в теплый собирать яйца там. Вот яичко. Так вот надо еще посмотреть здесь. Потому что здесь они тоже ходят. Куры еще любят нестись у быков. Здесь сеня. Несутся они по всей территории. Но это пока что временно. До первых холодов. Потом они переедут в зимний сарай. Вот яйцо. И будут нестись уже и жить там вместе с козами. Сейчас посмотрю здесь. Так, здесь нету. И здесь тоже нету. Летом они у нас живут в летнем курятнике. И несутся все там. Ну, пока что вот так. Устанавливаю первую рейку сейчас. Так, по длине хорошо. Здесь у меня получается 2,80. И сверху я подготовил брусок, который будет устанавливаться посередине. И в середине будет держать потолок. Что-то типа матицы. Так, постарался подогнать в аккурат. С этой и с той стороны положил по одной рейке, чтобы можно было выставить высоту бруска. С этой стороны у меня брусок будет ложиться на брус. Здесь и высоту, в принципе, выставлять не нужно. Просто делаешь по брусу. Закреплю здесь только на саморез. А с той стороны для крепежа буду использовать еще и уголок. Потому что там такого выступа нет. она подвыдохлась уже. Ну, я думаю, не сильно. Ядрёненько. Еще не сильно выдохлась. Ну, свежий. Ее только понюхаешь, уже там слезы выбивает, когда только-только приготовил. Я думаю, что ложечка меда будет как раз для такого чая. За то время, пока мы с Катей держим пчел, мы заметили, что каждый год мед разный. Он отличается от того, что был, например, в прошлом году. Сейчас мы пока обычно качаем один раз в год всего. Раньше были годы, когда качали и по два, и по три раза за сезон. Там даже и в мае как-то мы качали мед. Он был такого зеленого цвета. Вот и мед каждый раз он разный. Он отличается по цвету, по своей консистенции и, самое главное, по вкусу. То есть он может быть прямо такой приторный, насыщенный вкус иметь, а может быть более такой мягкий, нежный вкус у него отличаться. Это все зависит от того, каких трав больше цветет в этом году, откуда пчелы собирают мед, куда они летают, и вот такой в итоге у них получается мед. Это, наверное, все-таки от погоды все зависит. От погоды, от климата, какое лето, там, например, более жаркое или более дождливое, сколько стоит хорошая погода, например, вот жаркие солнечные дни. И там уже потом, допустим, вот цветет какая-то одна трава определенная, и в это время начинаются дожди, погода не очень, пчелы с нее толком не собирают мед. А потом цветет другая трава, выглядывает солнышко, все как раз начинается медосбор, время медосбора, и вот пчелы собирают с нее мед, и из-за этого вот мед может отличаться и по вкусу, и по цвету. Ну, скажу, в этом году мед прям такой сладкий-сладкий, и вот как он был изначально, когда мы качали, вот это вот горчинка, такая приторность. Да, приторность вот в горле, он до сих пор держит. Ну вот и по цвету, если, допустим, сравнивать его с прошлогодним, он был такой более зеленоватый, у него какой-то оттенок был. Этот уже такой прям желтый. Яркий желтый, да. Как я уже говорил, в распоряжении у меня сегодня 4 рейки и еще одна упаковка целая. 4 рейки я уже израсходовал, 2 из них привернул, из 2 только сделал заготовки. Сейчас еще из этих сделаю заготовки, чтобы туда-сюда не бегать, и потом уже буду приворачивать. На ужин сегодня делаю фрикадельки с пюре. Поставила уже на пюре отвариваться картошку. Заправила фарш и формирую фрикадельки. Делаю их небольшие. К фрикаделькам сделаю вкусный соус. Ну что, удалось мне сегодня закрыть только половину потолка. Вагонка у меня закончилась. До ужаса не хочется бросать вот так вот дело на полпути. Оно даже не на полпути, а здесь работы на пару часов. Я дольше настраивался, пока все размеры взял, подогнал брусок. Здесь все вот это вот мелочевка, которую не видно, на нее уходит очень много времени. А так работы здесь осталось, ну, может, на 2 часа, может, даже меньше. Там отпиливай, прикручивай, отпиливай, прикручивай. Так что буду ждать вагонку. Еще подровнял брусок, сейчас здесь стремянку поставил. Немножечко я просчитался, буквально на 1,5 сантиметра, наверное. Со стороны посмотрел, чувствую, что потолок начал проседать, немножко прогибаться в этом месте. Приподнял брусок, все выровнялось, перекрутил его. И еще сейчас подумал, что здесь вот не надо полностью делать потолок до конца, а оставить зазор над дверью, не знаю, может, реечки 3, 4, 5. Там уже потом визуально посмотрю, чтобы когда в холодное время выходишь из парилки, из бани в предбанник, здесь сразу же за тобой выходит много пара. И если полностью закрыть потолок, то весь пар будет концентрироваться в предбаннике, будут висеть вот прямо вот эти вот капельки, будет сырость, предбанник будет быстро гнить и в нем будет неуютно. Я вот помню, у нас у дедушки еще в старой бане был холодный предбанник такой же с баней, и получается выходишь из него, и там все время сыро, висят вот эти вот капельки, и он быстро сгнил моментально. Поэтому я думаю, оставив здесь небольшое пространство, чтобы все тепло, весь пар вот этот выходил прямо к крыше. Я думаю, что предбанник будет более сухой и дольше нам прослужит. Так что там уже как дело дойдет, посмотрю, сколько здесь оставить. Вот как раз можно здесь вот будет это пространство закрыть полностью, а вот тут вот по бруску часть оставить и ее не закрывать. Фрикадельки обжариваем с 2 сторон и убираем на тарелку. На этой же сковородке будем делать соус. Потом эти фрикадельки сделаем соус и будем тушить. Переворачиваем. Которые уже готовы, убираю. Соус приготовился. Выкладываю обратно фрикадельки. И пусть оно все тушится. Штуку я взял под печку. Да, это я пока под печку, я еще хочу к стене, может быть. Но я еще взял железо. Я сейчас делаю сначала экран железный. Посмотрю, как оно будет. Если нагреваться не будет, допустим, то кирпич можно не делать. А если будет критично нагреваться, то гости еще. даже собрал-то вроде. Все, вы держите, я повезу. Ага, все, отходи, я ничего. Да ничего. Вот сюда вот. Потяжелее. Вот так и вниз. Чуть потяжелее, чуть пече еще. Хорошо. Так вот, сейчас хорошо. Я наклоняю. Да. Так, я наклоняю, вы поддержите. Сегодня целый день были в городе, переделали много дел, вернулись только под вечер. И основная цель нашей поездки была забрать вот эту вот печку. На зиму в дом будем устанавливать буржуйку чугунную. Для нее взяли еще кирпич, 21 штуку, это возможно еще не все. Печной кирпич. Этот кирпич буду укладывать под печь, чтобы пол не нагревался. И еще, наверное, надо будет делать экран за печкой, чтобы стена тоже не нагревалась. Взял еще железо. 2 листа. Один лист пойдет под печку, под кирпичи, а второй лист будет у стены стоять. Там на брусках его отнесу немножко. Там у нас еще трубы от отопления проходят. Там, может, сантиметров 5-8 надо будет отступить от стены. И уже к этому бруску приверну один из листов. В общем, сейчас объяснять не буду, это наглядно надо показывать. И вот если этого экрана из железа не хватит, то буду еще стенку из кирпича выкладывать. Вот, прислонять их к этому листу железа. Там, в общем, по ходу разберемся. Взял еще шурупы. Они мне потребуются, когда буду устанавливать коробку в предбаннике. Там дверь будем ставить. Здесь соль для лосей. На лизунец им повезем. Но это у нас только часть еще пришла. Угу. Мы заказывали. Здесь 8 килограмм, да? 8 килограмм. Еще должно прийти где-то около 10. Там такая развесовка интересная. Написано 7-10 килограмм. Мы разные соли заказали, вот 8 пришло, да, уже. Как кристаллом таким одним идет. Да, там камешком. Такой здоровый кусок. В общем, вся соль придет, время выберем и сходим, отнесем соль на солонец. И еще пришла недостающая часть от заваленки. Сразу же с загибами, все подогнуто. И сделали ее немножко с запасом, там можно будет загнать под то железо, которое уже сделано. Все, в ближайшее время... В ближайшие дни буду всей этой работой заниматься. Пока тепло, надо успевать устанавливать печь. Печь поставим, будем брать замеры для дымохода. Основные замеры я взял. Это от потолка до крыши, до шифера. А в доме пока еще не замеряли. Потому что надо печку поставить и там уже по факту смотреть, как лучше провести дымоход и какой он будет длины.